этаж, там буквально фрагменты остались. Ну, здание старое. Если быть точным, зданию детского сада почти полвека. Скоро оно изменится как снаружи, так и внутри. 6 февраля здесь начался капитальный ремонт. Несколько единиц техники и порядка 50 человек задействованы на объекте. Демонтажные работы уже завершены. Ведется черновая штукатурка. Прокладывается уже кабельная продукция, электромонтажные работы выполняются. Полностью завезены светопрозрачные конструкции. Сейчас завершаю демонтаж старых. С понедельника приступаем к новым окнам. У нас актовый зал здесь получается. У нас спортивный зал, да, это отдельно. Не совмещенный, да? Нет, это отдельное помещение. Да. Дизайн помещений будет выполнен в светлых тонах. Интерьер украсит яркая мебель. Готовность объекта 21%. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».